Всем привет! И вот снова бабушка. Нихера, он у меня, короче, сохранение. Ну, тут как бы какие тут сохранения, казалось бы, да. Но тем не менее, он говорит, последнее, говорит, раз, когда ты играл, 0 секунд поиграл, да? Угу. И все настройки сбились. И я даже чувствительность мыши. Я не понял. Это как так вот просто? Тут есть музыка, точная. Ну, если что, в видео музыка была, я вставил отдельно. Нашел где-то музыку и вставил, короче. Потому что, ну, блин, нет было музыки. Оказывается, все-таки она есть. Пишите, да? Что-то есть вот просто реально. Ну, хер поймешь, блин, интерфейс. Нет. Ну, тихо как-то очень. Как бы, ну, в хоррорах музыка очень сильно решает на самом деле. Ну, что-то есть. Ну, ладно, короче. Так, ну, сложно. А к стриму еще не сделали? Сложно хочу. Не, я как бы понял, что тут тема такая, что у нас нету ни ружбайки, ни арбалета, ни рогатки, да? То есть у нас мы как бы никак не можем ее застопить, но она медленная. От нее спокойно убежать можно вообще. Просто без проблем. Фью, втопил, тем более у нас есть прыжок и убегашка. Ну, мне не понравилось, что тут нет, конечно, дробовика. Я бы с удовольствием бы ее приписал. Я буду на средний проходить. Может, потом на сложно пройду. Хочу как бы это, понять ее. Папку-то эту. Мы просто проходим. Чтобы быть тише, передвигайтесь на корточках. То есть, если ты на корточках... Ну, мы это видели, да? Мы же это видели? Видели. Записку читали, да. Милая, хорошая записка. Доброй бабушке, ну, твоему внучку. Просто, говорит, хочу тебя съесть. И все тут. Ну, я буду тебя есть, любя. Так, сразу же, да? Воу, понято. Короче, тут самый забор это эти. Так, ну мы тут не будем искать. Мы сразу на улицу и в подвал, да? Даже дорога в подвал. Куда ты, дорога, меня завела? Я хотел сказать. А, тут самая жопа это капкан. Их, как бы я понял, много тут будет. Так, колесо и монетка. Монетка это кофе, да? Что дает кофе, непонятно. Ты услышала это? Придешь сюда? Мне вот интересно. Ты вот такая же, да, все шумы палишь? А? Побусь. Я тебя не боюсь. Кажется. Непонятно. Так, ну... Возьмем колесо и пойдем прикрутим его. Хер знает, как мы будем сбегать, да? Ну, что получится, то и получится. Начнем с колеса. Просто, ну, очень важные звуки в хорроре. Ну, прям необходимо. Звук у меня... А тут такое чувство, как будто их нет. О, бабусь. А, спалила. Ну, понятное дело, чтобы ты меня не спалила. Слышишь, это, то есть как сердце тык-тык-тык-тык. Тихо очень. А где можно взять погромче? Тут что ли? А не забыть тогда, что убрать потом? Есть разница вообще какая-нибудь? Ну какая-то разница все-таки есть. Давайте попробуем на полную выкрутить. Не везде на полную нет ни хера просто. Ладно, пойдемте еще. Можно пройти было через это вверх, но я пока звук настраивал. Вот. Ой.
В этой игре обязан быть звук, но эта игра без звука это ни о чем. Он тут просто необходим. Тут как бы... Ага. Я могу? Да, я знаю, что она сейчас прибежит сюда. Да брось! Да... А, G! Ага, я понял, да-да-да. Я тебя понял, бабка. А, не перепрыгнул. Че, бежишь за мной? Видите, она такая медленная. То есть от нее спокойно можно свалить, в принципе. Так, монетка у меня там есть, если что. Так, тут код. Мы это уже знаем. То есть это другая бабка на самом-то деле. Вот она идет. В гараж пойдем, да? Что было? Ага, что-то было, да? О, перепрыгнул. Так, окей. Еще раз. Ага, тебя мы... Отвертка. Отвертка у нас на втором этаже. Блин! Да, я понял, тут будут трапы, короче, самую проблему. А как вы... А, надо же к нему было, да, типа... Я просто пробел, зачем-то кликал. Ну, я понял. От этого даже чуть-чуть сложнее. Что? Че? Мне нужно хотя бы камень, чтобы сломать это. Где я возьму камень? А, вот камни. Да давай. Такие звуки, да? А музыки все равно нету, заметьте. Ага. Бетон. Там просто должна отвертка вроде как валяться, да? Я же правильно понимаю? Она же мне там застукала. У меня же нет в руках отвертки. Дура, да? Сама забетонировала, сама зайти не может. Ты адекватная бабка вообще. Невменяшка реальная. Так, ну подождем чуть-чуть, когда она свалит. Мне нужно найти отвертку там, по-любому. И что тут рядышком, как бы есть что вскрыть. Нету отвертки-то. Дала. Нихера себе. Вот это поворот. Ну а что тебе нужно, чтобы... А. А. Возможно, это можно сломать быстрее чем-то другим. Чем? Что-то у меня есть еще? А, ну ща.
Еще разок. И чё? И... Кинуть её куда-то надо. А! Это, кстати, та, помните, дверь была закрыта с другой стороны? Я понял. Это она, походу. Это что такое? Цепи? Как-то очень, да, громко теперь. Я думаю, мне эта херь пока не нужна. А, ну да. Я был прав. Тут можно спрятаться. Так, это... Проход в подвал. Хм. А где отвертка-то получается? Я хз, я ж не нашел так ее. Ну, у меня монетка есть, типа. Не знаю для чего. Банку выпью. Ну, давайте выпью банку. Что-то ищи какой-то пока этот... Беспределище творится с этой бабкой. Бабка не в меняшка. Творит всякую дичь. А нам расхлебывай. Я слышу ее везде. И чё? Очень пить хотелось. Наверное. Так, тут мы еще не были, да? Ну, типа, вот у меня странная, да, вот эта резьба, короче, на лице. Это потому, что она меня пару раз нашла. Так, ага, ты мне нужен, значит. Тут, я помню, за картиной что-то может быть. Бабка, да, стоит? Ага, это бабка стоит, ну. Я отгадал. Не туда, не туда, не ту, не ту, не туда. Не ту, не ту, не ту, не туда. Да. Да. Зачем банку эту пью? Я не понимаю просто. Какой смысл? ПП-шку восстановили? Что я делаю? Или я чувствовать становлюсь лучше? Что я сделал? Ну, попил. Блин, как мне не хватает дробовика, а? Как бы прописал бы ей. Беги, 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 беги сюда, да, да, да. И сюда, сюда, да, 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 сюда, вниз, 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 сюда, все верно. Что за ключ? Ключ от сейфа. Ага, ага, прям правильно бегу, получается. Че, мастер-ключ? Что делает мастер-ключ? Так, тут я... О, колесо. Я даже не знаю, где она меня спалила, но судя по звуку, как бы, где-то рядом. Что делает мастер-ключ? Вот просто. А, трапу сюда кинул, ничего себе. А можно я тебя деактивировать? Нет, ничего себе. Понятно. А что бы ты хотел, чтобы делал мастер-ключ, да, допустим? Хз, что-нибудь, ну, типа,
хотя бы существовал. Но я говорю, я и существую, что тебе еще надо? Ну, чтобы существовал осмысленно. Не просто был, да? Ключ от, от замка, я знаю, что такое. Где вот это все? Прыжки были. А, ну не тут, да. Ага. Ну я типа открыл, да, замок. Мне еще молоток нужен. Ну давайте попадем в нее. Хоть научимся. Ешка, да? И че? Херан куда, да, кстати, трап кинула. Молодец вообще. Пока что бабка меня удивляет. Бабка молодец на самом деле. Я вот думаю, тут видите, такой проход, тут может бабка пройти. То есть, как бы... Вот это плохо. Как бы тут... Типа не покричишь, да, в другую сторону не убежишь. Хер знает, с какой стороны он сюда пойдет. Вот, в том прикол-то в этом. Я постоянно слышу ее шаги. Вообще всегда. Но я понимаю, что бабка не стоит на месте. Ничего, в ящике нет. Ну, темновато еще, конечно. Где ты ходишь? Это дверь открыла. Это все тот же банан. В жопу пошла дрянь. Но от нее убежать легко. Ты выйдешь? Я позвонил. Выйду, говорит. А бабка выйдет погулять? Выйдет, выйдет, блин. Сынок. Где отвертка? Вот что мне интересно. Может быть, я тупо сейчас сделаю, да? Как бы, может, она просто куда пропала, отвертка? Реально херня страдает, тупой. Бабка! Ой, как хочу дробовик. Ой, как я хочу дробовик. Чтобы эту тупую бабку шлепнуть, а. Тупая. Тупая бабка. Бегать не умеет, но постоянно за мной пытается добежать. Успеть, да? Я тебе, я моложе, я сильнее, я тебя быстрее, как минимум. Пойдемте наверх. Кроме пряталки нет ничего. Как ты меня подловила, старуха, а? О, теперь это моя комната, да? Ну тут я походу всосу. Все из-за отвертки. Как тут пошуметь, а? Вот просто. Раньше можно было что-то кинуть, она приходит, да, и ты как бы это. Какую-нибудь вазу, допустим.
как бы дальше двигаешься, там ищешь все, что нужно. А если это, то просто ее шлепаешь из дробовика и все. Сейчас получается, так нельзя. Просто одену, что уж, если оно есть. Посмотрю, что тут есть. Эта бабка сложнее, чем прошлая бабка. Эта бабка... Та бабка была бессмертной. Это вообще бабка супер бессмертна. Та бабка была бессмертна, но ее хотя бы можно было вырубить, и эту бабку даже не вырубить. Она просто всегда на позитиве, всегда бегает за тобой. Всегда, всегда рада твоему телу, но... Жесткая бабка на самом деле. Если так подумать. Там, ну там щиток, я это помню. Я помню тут как бы, что где... А тут все, всего две картинки надо найти, да? Так, я тут все? Да, тут все обрызгал. Ух. Да. Это было еще? Ой, давай, всри, блин, как дебил. Пойду, короче, побегу я на второй этаж, и там под кроватью спрячусь и посижу чуть-чуть, а потом пойду отвертку искать. Тут есть... Тебе не кажется, мастер ключ, что ты как бы должен не тут валяться? Совсем-совсем не тут. А? Мастер ключ. Я тебе вообще-то напал... Чё за бред? Вот это мне не понравилась тема, если честно, признаюсь честно. Это как бы всрато, я считаю, да? Он реально здесь, смотрите, лежит. А где отвертку мне искать теперь? Это что? А это нужная вещь. И антенна. Ага. Далеко. Да, какая-то всратая жесткая бабка вообще. Я не знаю, где отвертку теперь искать, у меня даже мыслей нет. Если ключ, который я кинул на пол, да, он оказался на втором этаже. What? Это что, на крыше тогда, что ли, получается, да? Отвертка лежит, ждет тебя на крыше, но... А еще тут пока со звуками проблема, если честно. Так, тут лопата, как всегда, и колесо. В принципе, тоже, как всегда. Мы специально сделали, чтобы она сюда пришла, а мы там спокойно покопали. А что там? А, аккумулятор был в прошлый раз. А на этот раз что будет? Мне кажется, там всегда аккумулятор, если честно. Вот прям вот уверен почему-то. Ну, короче, там. Почему-то я оказался, ну, прав. Походу, все вещи лежат на тех же местах. Всегда. Хотя отвертка... А, может, отвертка там же и лежала. Кто знает. Я даже не помню, где она была в прошлый раз. Просто там может быть что-то важное быть. Так, там нужно было это. Потерепонькать. А, нет, там нельзя терепонькать-то. Если я там потерепонькаю, то... Она где-то там будет. Ого.
Здравствуй, трапа. Жаль, нельзя их деактивировать. Так, ну куда вставлять батарею, мы знаем теперь. Обучены. Представляете, бы в прошлый раз бы не, это забили бы и не нашли то место. Так. И второе колесо тоже рядом, если что. Неплохо поставил, неплохо. Где бабка-то, интересно? Так, сразу, если что, выкидывай и беги. Ага-ага. Это понятно, что очень медленно я с ней иду. Зачем я сюда бегу? Тут нет нихера. Не, давай. Вот это да. Жопный подгар сейчас был такой. Значительный, скажем. Да блин, да. Ну все, все. Я говорю, тут основную проблему будут трапы делать. Последняя, говорит, ночь. Нихера тут трап. Реально угораешь. Так это я просто их деактивирую, чтобы это не попасться в самый неподходящий момент. У меня два колеса только. Ты бесишь меня. Ну эта бабка жесткая. Казалось бы, да, но... То, что там пушка есть, это до хрена что решает. Просто минуту спокойно ты можешь все делать. Вот эта мерзкая трапа. А. Да, освобождал, типа. Как она меня палит, а? Тупая бабка. И вот где колесо, кстати? Да не, это бред вообще. Это непроходимо. Потому что, а где колесо? Вот. Вот где ты? Хе, интересно, блин. Вот реально. Хм. Ну, то есть... Давайте глянем. Ну тут нет. А где оно может быть? Ну как там рядом с отверткой, наверное, лежит. О, услышала меня. Мастер-ключ. Я хочу посмотреть, может, она тут на втором этаже реально лежит. Нет, ёхрист, все, нет колеса. То есть, если ты с первого раза не проходишь, все, габелла, ну. Ну, то есть, отвертку я всрал, все, колесо тоже, походу. А там, по-любому, какой-нибудь молоток или какие-нибудь кусачки лежали мне нужные. Сейчас еще на третий этаж схожу. Может, она просто берет колесо и куда-то сама кидает, типа. Да надоело мне сидеть. А, тут банка. Тут много банок, если что.
Вау. Ребята, все. Да ты спрячься. Короче, это косячина какая-то непонятная. То, что пропадают вещи, это бред. Ну, а как их найти? То есть ты не должен их подбирать, получается, изначально. Чтобы, ну, типа, там лежит. И если ты подобрал, то ты должен воспользоваться ей. А если ты не воспользовался, то ты, скорее всего, ее всрал. Гениально, чё. Ну да, вообще гениально просто. Казалось бы, бабка медленная, но она от этого еще легче не стала. Ну, потому что ее не выключили. А это что такое? Хера ты хрустишь. Ты тоже, да, что-то можно выключить? Да, пипец. Полезное место, да? Правда, а что за щиток? Я не знаю, на что он. Там, типа, это там, не знаю, да. Может, на два щитка? Я ж тогда, типа... А нет, мне же написало, все, я могу убежать. Сюда, да, идешь? Это реально бесполезное место, да, вообще вот. Просто. Да иди нахер, достала меня. Вот просто, честное слово. Поймает и поймает. Да я уже как бы всрал прохождение. Ну да, давай. Просто. О. А! На гильотинке. Мэри Антонита. Да. Все. Без башки. Тяжело быть без башком. Ты умер. Ага. Ну-ка еще разочек. Я вообще, честно сказать, пока не понимаю. В плане того, что это вещей. Они просто пропадают. Ни отвертки, ни колеса я не нашел. Где это могло быть, хз? Может, где-то в текстуре. В машине лежало. Может быть. Так, сразу тут проверяем. Здесь что-нибудь? Ага, ух. Так, трапу кинешь? Блин. Горит. Горит она. Говорила она. Отвечал ей вслед, да? Так, это... А. Ну, сразу ставим тогда. Короче, тут либо ты проходишь все за раз, либо не проходишь все. Третьего не дано. Ой, колесо взял, а его так просто же не вставишь. Ну, как бы, имеется в виду, что я ж не смогу пройти. А если я его скину, я его потеряю, скорее всего. А бегать с ним невозможно. Все ящики пустые. Так, ну, окей, надо было это пошуметь просто там наверху и пойти сюда, взять колесо и донести ее до машины и попробовать поставить, успеть. Но это нереально, машина это нереально.
нахуй. Ну, рядышком. Я успеваю. Ага, поставил. И тут есть, может, что? Вы ничего не положили для меня? Жадины, а? Реально ничего не положили? Жадины вдвойне. Такое чувство, как будто, что реально тут все лежит на одних и тех же местах. А, кстати, если так, то я знаю, где еще одно колесо. Даже не знаю, радоваться этому или нет. Когда я, получается, знаю, где отвертка. Ты меня спалишь? Давай ты спалишь меня, пойдешь ко мне, а я пойду потом вставлю. Колесо, ладно. Монетка, кстати, была... А, тут была картинка сейчас, монетки не было. Ну, значит, все-таки как-то перетусовано. Ладно, ладно, ладно. Хорошо. Ну, колесо тут всегда лежит. Где-то она по дому ходит. Ящики теперь не пошуметь ящиками, да? Это не очень, кстати. И такой, а, кровяк. Что скинуть? Не знаю, надеюсь, это смогу вернуть колесо-то. Ну все, это колесо уже, мне кажется, не вернуть. Посмотрим. Давай. Тут ничего. Тут тоже. О, антенна. Ну, код хоть узнаем. Надо в столы заглянуть. Тут ничего. Тут тоже. Вау. Ага, ну я типа знаю, что там это, пространство есть. Посходил, посмотрел, ну, может, там что спрятали, для меня положили. Например, дробовик, да? Я бы не отказал. А, она пришла все-таки. Проблема в том, что она всегда рядом где-то. Вот всегда, судя по звуку, она всегда где-то рядом тыкает, топает. И ты не понимаешь, где она по-настоящему. Он всегда тык-тык где-то рядом. Вот вообще, даже на улице, когда ты, она тоже так же топает там где-то. И ты не понимаешь, первый это этаж, второй это этаж. И везде трапы, просто, абсолютно. Я не знаю, как бы, как это проходить с трапами там. Да и...
Что-то может, говорит, помочь тебе. Ну, это бред, короче. Что-то мне не очень нравится, будь честно сказать. Вот прям вот реально бред. То есть, ну, хорошо. Но эта бабка, она слишком крутая. Да прям вот, ну, вообще крутая. Я по сравнению с этой бабкой чмо. Ну, трапы слишком везде. Ты только начинаешь от нее убегать, и ты сразу на какую-нибудь трапу да нарвешься. Так, понятно, что это за комната. Теперь хотя бы. Ну, опять он же тут же, да, походу? Я не помню, что тут было тогда, но кажется, это же и было. Ходит ли она тут? Да по-любому ходит. Притащила же она меня сюда. Где-то рядом, вот всегда рядом. Вот вообще всегда рядом. Просто, абсолютно. Никогда не бывает не рядом. Угу. И вот когда вот так вот заходишь, и нихера не видно. Это, наверное, на втором этаже ходит. Так, я тут открывал, но не посмотрел. Так, банку уронишь? А, то есть она уже рядышком. Вообще просто. Где-то ходила, что-то звуки какие-то были, а потом бах, появилась. Все, вот. Вот так вот, говорит, мы работаем. Во, колесо. Ничего себе. Она его притащила сюда. Спасибо, бабка. Вот это жесткая трапа. Лучшая трапа вообще. Уважаю за такую трапу, конечно. Молодец. Да? Прям папа всех трап. Мама и папа одновременно просто. А как тебе такое, что она будет стоять боком, да? Удивила, удивила бабка. Может, может удивить. Вот где ты опять? Вот ходит где-то, а хер поймешь где. Вот. А, где-то кинула трапу. Ну, молодец вообще просто. Бабка божий, одуванчик, ну. Да, можно вылезти хоть посмотреть. Ну все, там видели трапы, да? А, нет, смотри-ка, с ней все. А тут и тут трапы нет, нихера себе. О, тут отвертки нет. Значит, не все, вы видели, трапа была. Да блин! Да достал эту, ну они везде, реально. Вообще... Не многовато ли трап? Тупая ты шлюха, а? Это, кстати, тут я не смотрел. Тоже нет нихера. Да столько мест и нет нихера вообще. Зато бабка везде одновременно, нах. А, еще где-то трапу кинула. Кстати, сюда антенну, помните, кинул? И где она? Ну вот просто, и где она? В этом они, это, в первой части они хотя бы подсвечивались предметы. И посветились. Ты угораешь, что ли, а? Тупая ты шваль. Ну все, как бы у меня не... Ну колесо, ладно, оно оказалось у машины. А где отвертка? Ой, то есть какая отвертка? Где антенна?
Я, может, там вообще... А. Точки я нашел еще. А, нету, смотрите, уже все. Не, ну реально, да? Смотрите, нету колеса. То есть она их типа переносит или что? Где их искать? И она находит и выкидывает. Иди в жопу. Ну, у меня получается ни антенны, ни колеса. То есть я никаким образом свалить не могу. Можно заканчивать, да? Че за бред? Ну, тут надо с первого раза проходить. Все, без вариантов. Я понял. Все эти жизни, бонусный день и тому подобное, они тут не нужны. Чита их нет. О, вот она где, антенна. Типа... День пятый. Антенну я нашел. Она рандомно их кидает или что? Или как это? Вот по колесо нашел. Ну, видимо, да, как-то оно. Прикол в том, что я не ту кнопку нажимал. Я жалко R-ку, а надо G-шку. Да и вообще пробел как-то привычней. Я, кстати, давно уже много раз... Просто до этого не было это, проблемы, а сейчас... Это нереально. Ну это реально, но это надо это... А что, только одна концовка, что ли? Ну, игра не доработана, на мой взгляд. Что-то какое-то косяченное чувствуется в ней. Пропадающие вещи не там, где ты их оставлял. Ну, типа, бабка их разбрасывает, что ли? Или что происходит? Ну, окей. Ну, нереально от нее. Она трапами все закидывает весь дом, и нереально от нее убежать. Прям вот нереально. Ну... Реально, споров нет. Надо выучить, надо знать, где трапы. Надо всегда ходить на картах, что ли, получается. Но она тебя палит, если она в ту сторону повернулась на картах. Ты не на картах, насрать ей как бы. Нету отвлекашек нормальных. Никакие коробки не сдвинуть. Вазу с собой таскать, что ли, да, типа, чтобы кинуть. Ну, видимо, так, я хз вообще. Ну, короче, вот. Не получилось, в следующий раз получится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. О, стало громко. Удачи.